Привет. Ну что, надеюсь, микрофон работает нормально, и теперь меня слышно, а не то как раньше. Он постоянно на VR переключается, то есть на шлем. Стоит дровам обновиться или еще какой-то хуйне произойти, и сразу такой линяет дрова. Такой, я на VR. Не знаю, там такой внутренний микрофон, но отвратительный. Зачем он так делается? Так, я уже еще не помню, что и как, и что и зачем. Мы в крепость дошли. Так. Мы в эти дверь вошли. Все верно, да? Что у нас там? По пушкам. Пушкам. Вообще все забито. Нам надо туда. Так, а здесь что-то есть. Что-то тут есть. Определенно здесь что-то есть. Надо просто это что-то увидеть. Что-нибудь блестящее, сияющее, как обычно. Подсвечивающее. В рыбках есть нихуя не видно. В этом туннеле тоже нет ни хрена. Но что-то здесь есть. Вот, блядь, жопа какая-то странная. Вот опять такое же место, и здесь что подсвечивается. Я без понятия, я вообще не понимаю. Что у нас сесть? Не, блядь! А! Да зачем? Бля, я уже забыл управление. Сука. Вот жопа. Ну ладно. Три аптечки у нас еще есть. Не беда. Видимо, это логово. Даже походу. А что-то долгий у нас путь к фабрике. Нахуй, нахуй. Жопа сраная. Так, погодь, погодь. Так, вон эти обезьяны там прыгают. Собака. Да, определенно эта часть сплошной экшон. Блять.
Ёбаный ты, бро. Сзади? Да ну нахуй. Так проебаться. Ебать. Иди нахуй. Нихуя себе. Так, ёбаный ты в рот. Ой, сейчас здесь есть дробовщик. Так, пистолет пусть будет заряженными. Это уж на крайний вообще случай. Так, 3-4. Я не вижу нихуя хорошего. Блять. Пиздец. А, блядь! Ах ты, сука, там. За спиной, да? Хуево. Чё, у нас ещё что-то есть снизу? Бежим, бежим, быстро все смотрим. Так, что у нас тут есть? Тра-та-та. Аптечки, аптечки. Не, что же там на самом деле? А, блядь! Сука, зубы чмо нахуй.
Блять, вот. Да блять! Боже, жопа. Как он? Будь здоров. О, какой здоровый, да? А, ноль патронов, здорово. Хо-хо-хо-хо. Так, это световая, да? В историю. Так, я схожу сейчас на начало, посмотрю, что там все-таки находится в той комнате. Чего я там не увидел? Где-то какой-нибудь кристалл вонючий, засанный там, блядь. Ну вот он, блядь. Сучара, блядь. О, перебежал. Yeah.
рычал там сейчас тут. Так, здесь тоже что-то есть. Эй, я точно не... Он сам пошел. Кормушка, да, у них типа. Ёбаный ты в рот. Никто меня не чует. У вас же, блядь, ДНК с волками смешан. Так, мы наконец получили приказ короля, отступаем. Меня злит, что мы дарим пограничную крепость этим еретикам. Будь у меня чуть больше времени, я бы непременно переломил ход этой битвы. Нет, не стоит хорохориться. Хорохориться. Просто это место пробуждает во мне любопытство. В этом краю есть несколько развалин, очень древних, по словам жителей. Ритуальное место с четырьмя огромными статуями. Пещеры с настенной живописью, каменный подиум, названный чашей гиганта. Откуда появились те, кто все это построил? Куда они делись? Меня злит, что мы покинем это место, не раскрыв его тайн. Ну, блять, хуй знает, что там. Меня вот вообще не расстраивает, что вы тайны эти не знаете. Меньше знаешь, крепче спишь. Так, это на снайперку, да? Да, 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 на снайперку. О, мясо трепыры. Окей. Печально, что не могу ничего купить. Где продается? Сейчас вниз спрыгну и жопа, да? Плохо дело. Блять. Мне уже нахуй это не нравится. Так. Вообще нет места. Ладно. Что это там? Смешно? Придурок.
конечно, зря, да? Так. Бля, вот это жопа. Иди-ка ты нахуй. Бля. Где разъебашь? Я чип получил. Выкуси. Ах ты тварь. Ну вот и все. Правда, ни патронов, ни хуя вообще. Это просто там светится или нихуя там не просто? А, вроде бы все, да. Сундук. Сундук. Так, что там по времени? Так, это кусок нашей дочери, да? Туловище. Что? Ты настоящий мужик, Ир? Молодец. Хватит прятаться, мудила. Живым так меня не уйдешь. Сбавь обороты. Еще чуть-чуть, и ты все закончишь. Я помогу тебе. Но в обмен. Что в обмен? Возвращайся ко мне. Положи колбы на алтарь. А дальше сам догадаешься. Пакеты. Итан. Стой, пакет. Какой-то он мудак прям.
Тарелка. Это и было сокровище? Тарелка. Да. Потрясающе. Тарелка, блядь. Хоть не сырная, спасибо. Туда. Здесь у нас что? Ну, здесь что-то интересное. Ну я эту рыбку уже находил. Вот я птица-попугая, блядь, синего продал, ты пиздец. Надо было так лохануться. Типа, я вообще не знал. Сейчас какие-то рецепты можно, блядь, делать. Ты пролетел, блядь. А чё это в... вживление кату пациента? Так, пациент Михаил. Так, семья, и так слабая. Взаимосвязь. Коду не вырос. Изменить тело, ухудшаешь активность. Очередной оборотень направлен на выбор. А, безработная, ничем не болела. Смерть. Женщина, так, потомственная дворянка. Не из деревни, наследственная болезнь крови. Крепкая взаимосвязь, острое мышление, способно управлять трансформацией тела. Применила процедуру контроля над сознанием. Отправлена на обследование. Как, блин? Да, блядь. Так, а теперь мне обратно сюда, на алтарь. И ставим там это. Где? Да, сюда мы уже больше не вернемся. Так.
Да, ну. Не в эту сторону, а в ту. Чего там сейчас? Воу-воу-воу! Блять! Иди нахуй, нахуй, нахуй! Чьи-то козлина сраная. Ударил по съебам, что ли? Тварь. Вот тварина, блядь. Ладно, я к нему еще потом вернусь. Надеюсь, он появится. Я безмерно счастлив, что вы вернулись живы. Да, действительно, блядь. Ты очень счастлив. Так. Очень ценно, очень ценно, 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 ценно. То есть, ага, ничего каменного. Что ваших покупок? Это хорошо. Так. Заходите, Итан. Вот они мне нахуй нужны. Так, все. Окей. Вот на это стоит раскошелиться. Оружие. Так, что мы здесь можем купить у него? Я бы, наверное, купил чертеж для дробача. Это что у нас? Фугасные. Интересный выбор. Давай мины. А че уж, давай все чертежи. Все. Нет задачи важнее, чем добыча товара.
Значит, нет ничего важного. Оружие. Так. Револьвер осталось, да, прокачать. Ну, пока что все остальное позакрыто. Одно минуту. Ну, все остальное нам пока недоступно. О, спасибо. Сгораю от нетерпения. Одну минутку. Теперь здоровье. Нормально. Я бы такое съел еще разок. Да. Четыре птицы. Четыре рыбы, две птицы. Ты голоден? Значит, ты жив. У тебя точно больше ничего нет? Как-то беспонтово. А вы знаете толк в качестве. Спасибо. Фугасный, да? Делаем так. Так вот. Нихера, у меня еще 92 тысячи. А брать-то нехуй. Сохраняемся. Так, что там по времени? Ладно, давай сейчас ставим этот кубик Рубика, блядь. Последний кусок. Прямой вон туда мне сейчас чашу ставить, что ли? Получается так. Ну-ка. Внезапно у тебя ничего не появилось. Посмотреть витрину вон там. Вообще ничего не появилось. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. А сколько за штуку? В смысле, вот я сколько здесь куплю припасов? Запас 20. В смысле, каждый патрон по 1000, что ли? Или это в комплекте? Запас 20. Вот на что вы глаз положили. До новых встреч. 3, реально, сука. Чё у тебя за ценки конские, блядь? Ехуею. Жопошник сраный. Что происходит?
что-то нехорошее. Дерево, наверное, освободилось. Энд, блядь, на свободе. Так, я думаю, здесь будет автосохранение, и на этом закончим. Главное, чтобы опять микрофон не затупил, как он любит это делать. Так, все. И там чаши не говорят. И еще, да, собирать куски? Раз лаборатория, да? С ребенком все будет хорошо. Будь спокоен, Итан. Что-то мне кажется, как раз покой этого придурка. Фабрика. Это была какая-то крепость сраная. Я-то думал... А, не так... Я-то еще думал, что за хуйня, типа, где фабрика. А вот она. Здесь, невидимо. Понятно. Так, ладно, на этом все. Так что давай, счастливо тебе. И удачного дня.